the jungle. Audio Jungle. Видержали, резина не подбивалась. Вот координаты, которые были в яблочке, лежали. Вот оно такое было интересное, надо было найти. Это было в конфетах, в яблочках, в шариках, в киндер-сюрпризах. Уметь ездить надо, еще уметь думать и еще готовиться к этому. Первый раз, поэтому мы реально не думали, что у нас бензин закончится, мы заблудимся и все остальное. Точка координатная тоже была закопана, завязана на канатик и закопана в земле, и дерево типа с канатиков торчало. Были задан трафарет, задан наперед напечатанный. Сначала нужно было еще въехать как буквы, задан наперед цифры, чтобы их правильно ввести. Вверх ногами, боком, было интересно. Под веником были 10 или 20 листиков бумаги белых. И стояла большая банка с синей водой. Ну и все, открывают такие бумажки, там чисто, открывают, там чисто. И выкинули их.
Да, давайте польем этой синей воды. Специалисты, которые много раз ездили, мы же первый раз, в принципе, на квесте. И те, кто уже много раз ездили, да, они не поняли сразу, что... Ну, это же там были яблоки, были там с этими приколотыми. Были конфеты, берешь, разрываешь, а там в ней лежит координаты. Это было как бы проще.